Мы боремся не с человеком. Вера последователей непоколебима. Должен сказать, что согласен с Джоном. Вы совершаете ошибку, сэр. Риск слишком велик. Когда-нибудь наш кабинет запомнит как сборище людей, которые боялись рисковать. Бен Ладен уже выдвигал подобные угрозы, но в этот раз он подкрепил их сроком, заявив, что акт насилия произойдет в ближайшие несколько недель. Ты нужен мне для того, чтобы понять, что произойдет, и не допустить этого. Сколько агентов ФБР знают арабский? 8 человек из 10 000 сотрудников. Вот насколько серьезно правительство оценивает эту угрозу. Вы отказываетесь делиться данными с моими агентами. Знаете, скольким людям будет угрожать опасность, если я раскрою вам информацию, к которой у вас нет доступа? У меня есть предложение. Вспомните о субординации. Ее придумали не просто так. Все в этой комнате, и те, кто смотрит нас по телевизору, ваше правительство подвело вас. Может, вы уже перестанете просить меня успокоиться? На другом конце света на людей падают бомбы, и это не успокаивает. Призрачная башня. В главных ролях Джефф Дэниелс, Тахар Рахим, Питер Сарсгард, Рен Шмидт, Билл Кэмп, Майкл Стулберг, Вирджиния Кул и Алек Болдуин. Смотрите в марте на Lost Film TV.